Ребята, доброе утро. 29 марта сегодня. Все, мы выезжаем. Надо ехать дальше. Поедем мы сегодня на Челябинск. Вот. Боня, поедем. Че, привет. Ты чудо. Не хочет ехать, с дивана слазить, не хочет с кровати. Чувствует опять. Дрочь какая-то начинается, да? Вчера маленько вон помыл тут машинку чуть-чуть, что это вообще было такое. Завтра перед. Да. Вот такие вот дела. Все, надо ехать. Расцветает уже. Град прошел снежный. Заправка рядом. Все, поехали. Как называется? Ребята, мы едем, выехали, все, без 15:07, вот, рассвет сегодня, что-то мы маленько припоздали, пока воды набрал, вот, град прошел, я уже говорил, в общем, едем, фу, 29 марта, нам надо сегодня, в общем, мы едем, не буду ничего загадывать. Просто едем и все. На Челябинск забил. Дорожка ледяная с утра. Опасно. Участками вот такое вот переметы в полях. Вчера были. Вот они, просторы открылись. Поля такие вот. Все, ребят, отключаемся пока. Вот, ребята, едем мы с Кургана на Челябинскую. Вот дорога Челябинская. Асфальт очень плохой. Яма на яме на асфальте. Вообще капец. Сейчас вроде участок ничего пошел, но это, наверное, мало. Колея на асфальте. Плохая дорога, короче, на Челябинск. С Кургана. Такие вот дела, ребят. И все, едем дальше. Друзья, причина. Что-то мы тут проезжаем, ребята. Шумихинский район. Шумихинский район. Ну тут какие вести? Вроде как потеплее пошло, температура. В машине потеплее стало. Вроде здесь как потеплее на улице. И снегопада здесь не было вчера. Бордюры такие полусухие. В общем, едем. До Челябинска нам осталось 145 километров, ребята. Надо поменять на маслице. Мы уже 7000 километров-то проехали. Наверное, побольше уже. Надо поменять срочно масло. Надо обновить. Ребята, заехали в деревню Медведково. Посмотрим, может быть, тут масло поменяем. Ехать далеко еще сегодня. До Тюмени нам... А, до Челябинска 110 километров осталось. Да и перекусить надо. Поверните налево.
так вот. Это деревня. Сено тут, видать, коров держат тоже. Посмотрим. Время у нас. Сколько там время, Елена Николаевна? Вот часы. Маршрут перестроен. Через 400 метров поверните налево. 9:55. Без 5:10 у нас утра. Сейчас у кого-нибудь просто спросим, есть тут такие услуги или нет. Кошка сидит, куры ходят тут. В общем, деревня живая. Ну, дороги как везде, как в любой деревне. Иду спрошу мужиков. Здравствуйте, добрые люди. Хотел спросить у вас, тут есть сервис какой-нибудь? Машины, масла, что-нибудь меняют такое? Нет, только счетчик электроники. Мы, в общем, едем на Челябинск сейчас. Там ну вот, сколько тут, 16 километров проедете по трассе, ага. Счетчик налево будет. Ага. Вот там. И от трассы далеко? Да нет, с километров. В общем, по трассе еду сколько? Километров 16 до перекрестка, и там километра 2. Да там вы видите, налево. Ага. Щучья, да, называется? Да, за мной будете. Щучья называется? Щучья, да. Там вывеска висит. Да, там все это, сами поймете. Спасибо большое. И там заедете, кого-нибудь поспрашивайте, там он подскажет. Ну тут на въезде прямо есть. Тут на въезде есть, да. Шиномонтаж и там масло, у них масла, наверное, есть. А, спасибо. Да не за что. Ага. Короче, есть какая-то щучья. Туда заехать надо. Сейчас поедем. Где-то там. Все, ребят. Все, вот заехали. Сейчас масло поменяем. Ребята нам поменяют. Купили масло. Поедем дальше. Кофейка попьем. О, свет есть. Все дела. Пока нам масло меняют, мы кофейка попьем. Поедем дальше. Все, ребят, вот мы тут остановились. Перекусить надо. Заправиться, там вот прямо заправка. Деньги не взял, да? Я на тебя рассчитывал. Ну возьми куртки, вон куртка моя там, возьми. Вон она, куртка моя. Лена тормозит чуть-чуть. Дорога свои плоды дает. В общем, нам туда еще ехать. Челябинск мы проехали, на Уфу едем. Впереди Уфа. А?
все возьмем. А? Что ты хочешь? Курицу? О, курицу. Я не хочу курицу. Я заебала. Ну, бери, что себе, то и мне бери. Мясо сухое, ты курица? Нет. Юшка, это ж отбивное, да? Давай свинину. Отбивную свинину с гарниром. Картошку. Картошку. Не жирная она, да? Или свинину взять? Давай свинину. Давайте вот такую. Да-да-да. Картошечки, ага. Ага. И компотик все больше не сильно. И компотик. Слышишь? А. Не, ничего не надо, спасибо. Два хлеба. Ну вот так вот все, будем кушать. Сейчас мы будем обедать. Ой, хоть поесть нормально. Спасибо, девочки. До свидания. Собирайся. Все, ребята, покушали. Сейчас покурим. Вон целая колонна фур идет, кошмар. Потом их обгонять. Мы едем. Вот, друзья, заехали мы в Челябинск. Вот такие вот тут здания. И крутимся, вертимся, не можем выехать на трассу. Навигатор завел в какую-то в задницу, в какой-то... Такие дела, такие здания здесь. Я получила. Вот, ребята, едем на Уфу трасса. Вот такая двухполосная, с другой стороны встречка и две туда. Короче, трасса скоростная, 110 тут. Минимум, максимум. Вот чпарим. Thank you.
поменяли, отлично. Машинка задышала. Ласточка прет. Потихонечку. Все, ребят, выключаемся. Вот такая, ребята, трасса. Едем до Москвы, 1800 километров осталось. Вот, идем на Москву. Ух! Пригнись, Москва! Дальний Восток идет, шагает! Пригнись, Москва! Скорость у нас 120. Да. Через всю Россию на АТ-шке, на старенькой. Лена Николаевна говорит, твоя камера уже достала. Она не хочет ничего снимать. Не умеет и не хочет брать ее. Вот, короче, до Москвы уже 1800 осталось. И вот по такой дороге я уже час лечу. 110, 120, 110, 120. Дорога отличная. Час уже едем, уже километров, наверное, 100 я пролетел по этой дороге. И она еще дальше и дальше идет. Это вот от Челябинска на Уфу. Погода отличная тут. Вот. Потеплело здесь. Въехали, в юг уже въехали. А только что ехали по северу где-то. Такое ощущение, как будто по зимнику едешь где-то. На Ямале. Все, ребята. Трасса, я так понял, кончается двухсторонняя. И отключаюсь. Да, вот она здесь кончается. Ребята, вот, заехали тут мимо. Красота такая, до Уфы 200 километров. Специально остановился показать такие вот места. Природа такая. Такая деревня. Деревня Первухина. Красиво, ребят, снега сколько. Это в Челябинске по городу. Мы так город проехали, в городе вот так вот нас. Ну вот, еще раз здесь проведу. Все, все, друзья, мы в путь дальше. Вот, ребята, добрались мы практически до Уфы. Маленечко тут под Уфой вот остановились. Номер такой вот нашли здесь. Вот такие вот места тут. С Челябинска до Уфы тяжелая дорога. Перевалы, перевалы, серпантины, спуски, подъемы. В общем, заторы, что вперед, что встречки. Скорость 80, 90, все больше никак. Такое солнце светит, еще ничего не видно. Прям в лобовое стекло лупит.
тяжелая дорога с Челябинска до Уфы. Я вчера 1000 проехал в непогоду, и то так не устал. Постоянно в напряжении, постоянно кто-то у тебя впереди и сзади. И все это близко. Еще дернул нас черт заправиться в Челябинске. Вроде заправка неплохая. Поехали, а машина не тянет. В общем, надо разбавлять с чем-то. Вот такая вот гостиница, ребята. Вот. 1200 номер стоит. Пойдемте посмотрим. Здесь можно курить. Вот. Еще устали мы сегодня. Может, по лицу видно. Глаза устали. Вот, вот такие апартаменты. Но это мы здесь. Ирина Николаевна, привет. Мы устали сегодня. Воня, ты куда? Ну-ка, заходи. Иди сюда. Заходи. Все. Все, отдыхай. Устала собака тоже. Такой вот номерок уютненький. Вот здесь мы. Здесь мы отдохнем. Ну все, ребят. Сегодня какой у нас? 11-й день, да? 12-й день нашего пути. Вот такая тяжелая дорога. Мы устали. Чувствуется, мы устали. Но осталось еще чуть-чуть. Все будет хорошо. 29-е сегодня марта, да? Да. Завтра мы куда трогаемся от Уфы? На Самару, по-моему. Да, навигатор с утра перебьем и на Самару. На Самару же? Да, да, да. Да. Я сейчас посмотрю. Да. Ладненько. Все, друзья, давайте. Извините, если что не так. Заснял, не показал. Некогда снимать, дорога тяжелая. Я за камеру, Лена ругается, рули. Ладно, ребят. Спасибо, что вы с нами. Фу, устали.